здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ну и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что, ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.